Друзья, всем привет! Вы снова на канале Аузгестрия. Вы видите сейчас. Вы видите это? Надя, Вера, Аня. Но сегодня речь не о них. И сегодня мы не будем анбоксировать эту картонку. Потому что сегодня у нас в гостях совершенно другие люди. Не основные наши героини. Канал Ауз, Блест, Виа. Это не Алсу, не Блестящий, не Виагра, а Тату! В последнее время группа Тату снова у всех на слуху. Интервью Собчак. Это и различные фанатские отмечания юбилеев всяким различным юбилеем. И в-третьих, состоялся новый релиз. И сегодня мы его будем с вами анбоксировать. Непонятно, к чему этот релиз. То ли к 20-летию дебютного российского альбома «Тату 200 постречный», то ли к 20-летию заключения контракта группы с Universal Music Russia, то ли к еще чему-то. В общем, сегодня мы будем винил с вами анбоксировать. Unboxing. Вот она, эта чудная коробка. Вы знаете, 20-летие альбома англоязычного Тату только в следующем году. Он ведь вышел в 2002 по всему миру. В 2001 году у них вышел русскоязычный альбом 200 постречный. Так, прекрасно. Замечательно. Это супер круто. Вау. Это очень круто, ребята. Это очень круто. 2021 год. Век ТикТока и цифровых бездушных развлечений. Век подписок на Apple Music, Яндекс Music, всякий там другой мюзик. Мы держим в руках настоящий винил. Подержать в руках музыку. Как долго мы этого ждали. Как же мы забыли, каково это — подержать в руках музыку. Камера, твою мать. Давай, показывай. Так, в общем, убираем этот картон. Во. И что мы видим здесь в надписи? First Official Vinyl Pressing. Record Store Day 2021. Эксклюзив. Cock Bottle Clear Vinyl Plus Poster. Includes all the things she said and not gonna get us. Ну еще бы. Тату. 200 километров по встречной. Господи, какая классная группа была. И фотосессия вот эта, конечно, очень крутая. Очень. Ну, как вы все уже, наверное, знаете из всех интервью и прочих информационных источников, этот альбом у группы Тату самый был популярный, может быть, это самый популярный и успешный альбом российского исполнителя за рубежом. То есть на 2003 год продажи составили более 4 миллионов копий. Сейчас, по данным Википедии, это более 7 миллионов копий. Сергей Галаян в своем ревью-интервью Ксении Собчак сказал, что это около 11, но давайте будем верить в Википедии, потому что она, как оказывается, всегда права. Вот, ну что, давайте открывать скорее. Давайте открывать, показывать вам, что там внутри. Ой, очень красивый винил, очень крутое ощущение того, что ты держишь музыку в руках. Это просто супер, это просто здорово. Тату. 200 kilometers per hour in the wrong lane. Так, тут тоже что-то написано. Так, аккуратненько подцепляем за вот эту вот штучку. Давайте ее вот разрежем по шву, вдруг придется продавать. Запаяем зажигалкой. Скажем, что новый. Господи, вы там не расплавились еще все? Жара невероятная.
еще вот тут вот хирургический надрез. Как же это непросто делать все. Ну, вы сами понимаете, отпечатки пальцев никому не нужны. Засудят. Итак, полуидеальный момент. Пластик покидает поверхность винила. Тату 200 километров по встречной. Еще раз повторяю, ощущения непередаваемые. 2001-2021, Universal Music Russia. Ну да, но это российский все-таки альбом вышел в 2001 году. Международная версия вышла в 2002 году. Пожалуйста, это у нас плакат, больше там ничего в коробке нет. Угу. Вот такое, значит, нетрадиционный, как и имидж группы, сгиб, не в середине, ближе к низу фотографии. Фотография, ну, достаточно качественная, но и могла бы быть покачественнее, конечно. Вот, но, как бы класс, все-таки класс. Так, ну и все, видимо, плакат и винил. Давайте посмотрим, что за винил. Уф. Уф, уф. Винил очень красивый. Двухсторонний. Сайд B, сайд A. Просто бомбочка. Так, значит, сайд A. Not gonna get us. All the things she said. Show me love. 30 minutes. How soon is now? И clowns. Can you see me now? На обратной стороне у нас мальчик гей, Stars, я сошла с ума, нас не догонят, и Show Me Love, Extended Version, моя любимая. И как мы видели на упаковке, Coke Bottle Clear Vinyl, то есть винил, походу, сделан, изготовлен из пластиковых бутылок от газировки. Представляете? Вы представляете, насколько это круто? В общем, экологично, симпатично и символично. Вот такой вот скудный, конечно, комплект винила. Поэтому давайте мы с вами еще посмотрим на русскоязычную версию англоязычного альбома. Русскоязычная версия англоязычного альбома. Нормально, да? Группа Тату, когда записала англоязычный альбом, она его выпустила, в отличие от Виагры, на российский рынок. И вот он вот в таком виде предстал перед нами. Значит, вот. Тату. Англоязычный альбом. Российская версия. Значит, такой дисочек. Вот так вот, да? Текст песен. Кредиты. И мои несколько фотографий. Так, ну и еще у нас вот тут вот, вы видите, лежит. Это японское издание англоязычного альбома Тату. Это вроде бы какая-то версия уже переизданная. Сейчас скажу точно. 17 октября 2012 года, я так думаю. Вот тут вот, если верить маркировке даты релиза. Отличие от российской, да? Ну, то есть, это зеленая обложка. Задник тоже другой немножко. Так, ну и посмотрим, что внутри. Внутри у нас, значит, диск. Тоже немножко отличается, да? От российского. Вау, улетел! И полетела бомба! Заблестела молния! Здесь у нас на российском буквы у нас прозрачные, на японском черные. Также у нас лежит в японском вот такой какой-то буклет с японскими, ага, переводом, видимо, японский перевод песен. Вот, ну и буклетик, да? Вот он буклетик, буклетосик, значит, обложка, ага, тексты и фотки с кредитами. Тоже не особо богатая комплектация. Вот, ну что, всем спасибо, что были с нами, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайчочки, бейте в колокольчики,
И помните, что нас не догонят.